Там еще ловушка где-то была. Но в принципе, у нас еще один континент остался. Орочий, что ли, или какой-то такой он. Королеву эльфов в зомбака превратили, да? Вопрос. Я могу вот так вот и оставить одного дракона этого. И, кстати, я могу их так менять. То есть я могу то черных поставить. Хотя нет, не могу. Черных у меня больше максимума. А зеленых только максимум. Так, давайте-ка сохранимся. А то давненько мы не сохранялись. Надо закрепить, скажем так, наш успех. Волки. Может их побить? Волки типа оттуда они далеко уходят. Нам придется их убить. Почему? А там эти как раз драконы тоже есть. Так, F8. Во, я смог. Мана плюс 4. Это просто великолепно. Ой, стоп, я где-то драконов посеял. Здесь у меня еще были все драконы. Фух, хорошо, что я заметил. Здесь еще есть драконы у меня. Все, вроде бы. Видимо, я вот эту черную хрень задел. Кстати, интересная механика. Задеваешь черную хрень, и драконы твои тю-тю. Вот он, мой корабль. Нужно к нему направиться. Да, тут только на корабле путешествовать, только на корабле, без него, не убивая противников никак. Забавно, вот здесь вот маяк стоит, но никаких... Стойте! Опять я посеял дракона.
Где мой, мать вашу, дракон? Он же стоит дорого. Где я постоянно теряю драконов? Да, все нормально, драконы целы. Фух. Так где ж я их теряю? Ну, в смысле, сейчас-то не потерял, ну где я их тогда потерял? Наверняка на видео будет видно. Но я не хочу терять драконов просто так. Я вообще не хочу их никак терять. Не просто так, ни по причине, по какой-то. Никаких, ни лазурных, ни каких-либо других. У меня есть драконы всех видов, так. Все, поплыли, давайте. Еще красных нужно будет найти и попробовать. А их вообще сколько здесь видов? 4 или больше? Хотя пока что я только 2 вижу. Еще костяные, да. То есть костяные, красные, лазурные, черные. И еще какие-то, может быть, есть. Или нету. Вот в этом такой большой вопрос. Но черные вроде должны быть самыми сильными. Можно будет пойти сатану бить с ними. С черными драконами. Ну, впрочем, как и в героях. В героях же что же. Но в героях красных драконов, допустим, нету. А лазурный... Ну, лазурный в третьих героях. Хотя красные, красные тоже вроде. Да нет, ну если говорить про Вог, то есть Wake of Gods, то там... Там и кристальные есть, и каких только нету. Да, вам, наверное, ничего не было видно, но я как бы уже себе сварил кофеца. Ну, не сварил, а сделал кофе. И, в общем-то, я так подумал, вот... Крутые же были времена, вот, крутые игры делали, причем я на самом-то деле, ну, в каком-то мере счастлив, что я ее пропустил и только сейчас с ней познакомился, потому что, блин, ну, типа, такое бывает раз в жизни, то есть познакомиться с такой игрой, то есть это вот как я когда-то в первый раз в Warcraft 3 поиграл, вот, сравнимо с этим впечатление. Но в этот раз я это все на видео сделал, ну и причем как бы начало переснял, потому что в начале там пока механику освоил, я много запорол чего, но потом исправился. Так вот, прикол, бывает же ж такое, действительно. И знаете, верните мне мой 2008, так скажем. Ой. Эльфы. Проклятые твари! Да, отвези меня в Дарион, эльфийский капитан. Расскажи мне об этом месте. Ты находишься в долине магов. Средоточие магических сил, магические потоки со всего мира стекаются сюда, привлекая величайших колдунов и чародеев со всей Эндории. Глубина тайн манит пытливых и мудрых, а мощь неразумных... и властолюбивых. Много магов и их порождений сосредоточено здесь. Спрашивай, любознательный человек, твое стремление познать то, что неведомо, приводит меня в восторг и вызывает искреннее уважение. Ивар Камелье? Что? Поиск истины столь же важен, как и обретение самого себя в единственной гармонии с душою мира. Что такое книга смерти?
Книги — это проходы в мир мертвых. Прикоснувшись к ним, можно попасть в другой мир. Я, кстати, вот предполагал что-то подобное. Но, типа... А почему я подумал, что книга смерти перенесет меня, типа, в какой-то мир мертвых? Ну, мне сказал чувак, что, типа, не трогай эти книги, а я подумал, ну, давайте потрогаем. Возможно, это связано с тем, что в Скайриме, там же были вот эти вот книги Хермеса Моры, которые переносят тебя куда-то. Я подумал, что может быть здесь такое же, но учитывая, что Скайрим в 2011 году вышел, а мы-то знаем, кто спиздил эту идею. Ладно, простите. Ну, в общем-то, возможно, все возможно. Да. Прикоснувшись к ним, можно попасть в другой мир, созданный древними титанами. Пользоваться книгами запрещено. Никто не должен ходить в загробный мир, пока жив. Не подскажешь, как мне попасть в столицу эльфов? Прекрасный Дауэр возвышается на острове посреди озера водопадов. Путь твой лежит на восток в долину тысячи рек. По суше ли, по морю ли, держись течений и рек. Все реки ведут в Дауэр. А. Отвези меня в Дарион. Да. Ну чё? Да, с дракошами. Ща мы и мокрого места не оставим от нашего. Чего-то там. У меня уже сколько там? 125 маны. Кстати, давайте сейчас предметы грейдить, да? У нас есть какой-то предмет, который мы оставим на будущее? Или нет? 31 победа еще нужна, да? Надо было какой-то предмет оставить, чтобы потом на нем нафармить эту. Да, вот меч против драконов, он нам пригодится, когда мы против драконов будем сражаться. Вот, жезл офицера, это мы оставим, короче, на будущее. А, слушайте, а там был торговец, который тоже жезл продает, улучшающийся. Жезл новичка, по-моему, мага. То есть тот жезл можно было бы купить. Но я забыл это сделать. Ладно. Фиг с ним. Трофеи. Количество золота. Нужно ли нам золото? Терпимость. Ну, терпимость мне уже не нужна. Сейчас это не актуально. Контроль ярости у меня первый уровень, кстати. Ну, не знаю, насколько это правильно, нет. Дипломатия — это вот самое большое говно, которое я скачал. В остальном, в принципе, запар, кроме дипломатии, у меня нету. То есть все, в принципе, меня устраивает. То есть сейчас мы что копим? Зачем мы копим? Можем... Магия искажения нам уже не нужна. Почему? Потому что... Типа это... Нам прятаться уже не надо. У нас есть и щиты, у нас есть возможность летать где угодно. В общем, когда у тебя драконы, тебе невидимость не особо-то нужна. А их, кстати, можно сделать невидимыми? Нужно будет проверить. 31 победа еще нужна.
Так. Да, типа. 3 маны. А мы можем пойти в замок Гремлинов и там, короче, все расфигачить. Может, уже пора? Как вы думаете? Тип регалии. Ну нет, тогда лучше вот это. Ну, волки будут против нас сражаться с такой-то армией, когда мы... Странно. Ну, все как было, так и есть. Прямо. Я удивляюсь постоянно. Так, ну чё ж, испытаем на чём-нибудь, что-нибудь. Так, тут у нас эти гробаные титаны. Тут у нас циклопы и инквизиторы. И феечек давайте тоже заберем. И куда-нибудь их сплавим. Нужно найти город, в котором все это можно сложить. Вообще, блин, почему нельзя сделать гарнизоны в городах нереально большими? Я не понимаю. Зачем так жлобиться? Ну, какого фига, скажите мне, пожалуйста. Взял, сложил своих юнитов, не паришься абсолютно. Вот здесь один рыцарь, нафиг. Один энд. Да ну нафиг. Кстати, может теперь мы этот посох разрушения сможем усмирить. Сейчас пойдем, короче, Эминема валить. Ну, блин, и здесь вот это вот говно всякое. Ну, вы серьезно? Драконовый сынишка. В общем, нежить куда-то надо проводить, конечно же.
Куда ты бежишь, придурок? Все, ты мне надоел. И вы мне надоели, грифоны. Мне все надоело, и все надоели. И здесь какое-то дерьмо. Ладно, ладно, я помню, короче, в Машанских топях где-то было у нас. Я не хочу распускать юнитов. Прикиньте, это живые люди. Они же живые, понимаете? Их нельзя распускать. Это то же самое, что убить кого-то. Лучше их утилизировать, но так как мы играем без потерь, то придется, короче. В общем, придется выбирать, кого нам нанимать. Так, змеючки, змеючки, змеючки. Ага. Может, пойдем именно мамочить, да? Я не помню, где я. Ну, здесь типа пусто, поэтому давайте сюда, собственно, и скинем. Да. Вот этот друидский посох. Ну, я... Может быть, он не заметит. А может быть, и заметит. Вот в чем проблема. Он, типа, можно снять с нее руну духа. Ну, во-первых, рун духа мне не нужно. А во-вторых, могут и заметить, как я сниму. Значит, змеи настолько медленные, что можно, не боясь, пробегать мимо них. В общем, нам нужно улучшать наши артефакты, так ведь? Вот этот артефакт, он стоит 6000. Улучшить. Давайте-ка попробуем с новыми дракончиками. Кстати, так как они уязвимы к магии, это даже хорошо. Ой, подвесь, слушайте. Не, может быть, одного дракончика зафигачить? Хватает врага, стоящего от него через одну свободную клетку, притягивает его к себе и на... А, помню, помню, помню. Да. Это тот тип драконов. Они, кстати, странные. У них чьих глаз нету. Вы посмотрите. Где у них глаза? А, есть вроде бы. Очень маленькие. В общем, это как раз те драконы, которые в самом начале были. То есть один такой дракон. Изумрудный дракон. Перезарядка и перезарядка. То есть эти все... Могу ли я их заневидимить? Могу. Я могу сделать их невидимыми. Но давайте-ка F8... Ой, F8 это не то. Нам нужно было загружаться не с быстрого, а с 38-го.
И теперь F5, чтобы больше такого не было. И теперь, допустим... Во. Еще разок F5 и попробуем теперь, будет ли другая фигня. Нет, одно и то же. Да, печаль, беда. Тогда лучше, наверное, 5 драконов. А если я возьму черных драконов? Да. То я смогу на них невидимость накастовать? Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Так, тут у нас черных драконов нет. Тут они есть. А этих сюда. Ой. Дракончики мои. Всего лишь улучшить посох. Ну, враги одни и те же получаются. Кстати, мы можем где-нибудь найти фонтан ярости, там от него зарядиться и потом начать улучшать предметы. Это, кстати, я думаю, был бы очень хороший вариант. 3, 2, 3. Ой, это нужно продать. Нет, не выбрасывать, а продать. Так, 2, 3, 3. И будет дырка. А есть где-то единичка. Телепорт вот за 2. Это вот must-have выучить было бы. Как-то мало они урона наносят, если честно. Да, видите, то есть на черных драконов не действует невидимость, поэтому в каком-то смысле они такие уж и крутые. Может, и не стоит их брать. Ну или же начинать с яростью и тогда на них что-нибудь накастовывать. Защита 70. Но их можно в принципе... Или нельзя бафать. Ускорение, например. Нет. Это тоже нет. Это интересно. Получается, что эти черные драконы типа бесполезные, да? Ну, давайте попробуем подождать, пока кого-то ранят. А, стоп, так его же бомбить не могут, да? Вот эти вот гремлины не смогут его бомбить, так? Есть в этом и преимущество, но есть и недостаток. В общем, вот эти вот спавнящие башни не нужно создавать. Ну, типа, вообще с ними ничего делать не нужно. Раз...
И я могу саморучно уничтожить эту башню, так ведь? Или нет? Да, видимо, я неправильно, кстати, сделал. Бампс. Что? Они все равно могут дамажить немножко по нему. Так. Капец, вот это мощь. А лечить мы их не можем, да? Давайте проверим. Защита у них, конечно, хороша и все такое. Пёсели. Блин. Всё, минус дракон, да? Лечение работает. Да. Хорошо. В общем, черные драконы не такие прикольные, как казалось сначала. А Гизма их может лечить, интересно, или нет? Да, может. То есть Гизма может лечить драконов черных, что довольно-таки прикольно. Однако все равно не компенсирует их недостатка. В общем, и зачем я их 6 купил? В общем, да. Может, красные лучше? Может, у красных там и здоровья много, и остальные вещи в порядке. Изумрудные такие вот, пожалуй, пока что мне больше нравятся. Конечно, придется за ними еще сбегать, но потом, если понадобится, сбегаем. Все лучше, чем гиганты. И на них невидимость кастуется, да. Или все-таки магию искажения стоит качать дальше? Даже не знаю.
Так. Нам нужен фонтан ярости, который мы сможем всегда посещать. И вообще, нам нужны фонтаны ярости. Если у нас где-то. Или, может быть, пойдем именно валить. Или не пойдем именно валить. Так. Хз вообще. Я разрываюсь просто. Я просто разрываюсь. Давайте-ка сюда придем и на турнире сразиться с Пато-великаном. Ух, жесть! Посмотрите, сколько здесь всякого говна. 171 медведь. Но у него нет маны. А что это значит? Это значит, что ему хана будет. Потому что если у тебя нету маны, то тебе хана. Это все знают. Сто 66, больно. Норм так.
Всех троих мочит. Прикольно. А, блин. Ледяные шипы. Ну, сейчас экспериментировать, я думаю, не время. Давайте Гизма, наверное, вызовем. Бумс. Вот это я понимаю. Как раз мне на выгоду пошло. Блин, капец тут этих медведей. Так куда ты улетаешь? Ты должен дракона улечить, говнюк.
Драконы не отлеченные. Чувак.